утро, дорогие участники! Всех вас приветствую! Надеюсь, доброе субботнее утро. Сегодня у нас в Академии выходной день, но, тем не менее, я сегодня выхожу буквально на 30-40 минут для того, чтобы раскрыть более глубоко тему нумерологии нового времени. Почему эта тема на сегодня актуальна? Очень много поступает вопросов, и хотелось бы вам на эти вопросы ответить. Соответственно, хотелось бы, чтобы каждый из вас понимал, что матрица сложена из слов и из цифр, и цифры несут колоссальнейшую роль в состоянии жизнеспособности человека. И здесь очень важно от вас получить вопросы, получить ответы, раскрыть эту тему более глубоко. Жду от вас в онлайн-режиме, в офлайн-режиме вопросики. Ну и, конечно же, всем-всем доброе утро. Как у вас настроение, как у вас весна в душе, в осознании, в теле проявляется? У нас вот, например, солнечно сегодня, настроение сразу другое. Тема у нас нумерология нового времени. Если какие-то будут вопросы, обязательно задавайте. Так, сегодня у нас 13.05.2023 год. Ну что, начнем раскрывать эту тему. Вопросиков достаточно много. И будем проходить более глубоко этот опыт. Почему? Потому что у нас окружают цифры абсолютно везде. Но значение цифр и для чего они к нам приходят, мы по сей день не научились их рассчитывать и, соответственно, применять. И наша важная задача сейчас изучить всю эту форму знаний и, соответственно, применять на своих полях, помогать себе, активировать свои возможные все ресурсы и, соответственно, работать с помощью цифр в этой матрице. Кто понимает, что цифры имеют свою энергетическую ценность, и, конечно же, они приходят к нам не просто так, и что мы состоим тоже из этих цифр, которые уже предначертаны нам судьбой, прописаны в нашей программе и, соответственно, несут свою какую-то судьбоносную историю. Как у вас вот осознание воспринимает эти формы рассчитывания цифровых элементов вашей жизни? У кого-то сегодня день рождения, поздравляем, хорошая дата, интересная дата, пусть все сбывается, пусть все в вашем сознании открывается, проявляется. Каждый ли эгрегор – это цифровой код? Так, ну начались вопросики, тогда я открою ваши вопросики, по которым, в общем-то, и наша встреча сегодня сложилась, потому как очень много вопросов задаете после первого курса, после практики нумерология нового времени. Еще раз хочу напомнить, что вторая ступень у нас планируется с 15 по 19 мая, очень-очень скоро. При этом у нас на сегодня проводится челлендж по нумерологии. Условия делиться распакетировкой цифр у себя в сторис, в постах, с отметкой нашего аккаунта. Очень хочется, чтобы вы эту информацию несли в мир, потому как в этом состоит мир. Ну и самый креативный и активный участник получит в подарок ступень курса. Поэтому подключайтесь, делитесь информацией, если вы осознаете этот процесс в глубине, если понимаете, что действительно цифры имеют достаточно определенное значение в нашей жизни, так же, как и слова, и внимательно определяйте свое внимание на то, какие вы слова в каждом дне говорите, как вы себя ощущаете в этих словах, как вы их воспроизводите, с какой интонацией, с какой силой вы заводите в свои матричные поля, в свои матричные программы, потому что в этом есть истинное проживание, в этом есть истинная работа, потому что слова – это основа. А из цифр, в общем-то, и состоит слово, и слово открывается, программная матрица, и, в общем-то, мы в ней проживаем. Так, ну что, открыла вопросики. Диде жукоде, бихина масантемина, маша жукор, босантемошходе. Я вас всех приветствую, я в активе, и очень важная тема действительно на сегодня. Бихмита масантемаша машхарбата – это неотъемлемая часть вашей жизнеспособности для раскрытия функциональности. Лихмиды масантемина маша жукор бошходе, потому что в цифрах абсолютно определено все. Но хочется учесть здесь особо значимые показатели бихина масантемашхада в том, что каждому время своя нумерология, бихинова сарбата. Есть астрология, есть нумерология, есть еще какие-то задачи по знаниям, которые в определенном эволюционном времени приходят в ваше состояние осознанности. Лихмиты масантимина машракада. Естественно, каждое время диктует свои
осознанное восприятие Бихмашкана, свои программы, свои знания Бихинамасанта Машкада, для того, чтобы усилить ваши возможные возможности вашего сознания и, соответственно, запустить их в новый качественный энергопуть. Рихмита Машкана – физическое проживание на активную сонастройку, и цифры действительно это основа. Бихмита Машкан, так же, как и слово основа и цифровая база, имеет за собой эту же роль Бихмита Машрбот, потому что в определении всего, то, что называется Богом, Абсолютом, Бихмита Масахада, абсолютно рассчитана по форме Фибоначчи, соответственно, работает на фоне энергопоточности, постоянных бесконечных процессов. Рихмита Масанта Машрбот, и вы на определенной роли, вы тоже постоянные в определенном времени Бихина Масанта Машкада, вы растете, у вас приходят новые возможности Бихина Масанта Машкада, и ваша душа бесконечно развивается на разных сонастройках и разных цифровых пространствах Михмит и Мошел работы, дабы усилить возможности работы, получить опыт и, соответственно, индексировать свои статусные формы на более ресурсные состояния. Лихмит и Машер Башхад. Это говорится о том, что каждый человек, который осознает более глубинные проживания Лихмит и Машахарбата, каждый человек, который использует знания нового уровня Бихина Машрбата. Мало того, что он в качество выходит в состоянии определенных временных программ Бихмита Жакрбота в своем веке активности жизненной способности Лихмита Машрбата, но и также накапливая опыт Бихина Машрбота для монадической системы, душа Бихина Машрбота открывает свои монадическим системам свои возможности новой формой Бихмита Крумошрукота. И, соответственно, этот опыт Михмита Жукрубота еще абсолютно активно работает Михмита Машарбата, пока душа не получает активный многогранный статус Михмита Машарбата. И вы все знаете, что самая большая награда для души Бихина Машарбата – это получить форму статуса цивилизации Бихина Масанта Машарбата. Для того, чтобы создавать Бихина Крумошрукота планетарные уровни программных форм Бихмита Машхана, для того, чтобы управлять этими системами Бихина Машхана, создавать какие-то жизненные способности матричных программ и энергии для душ, которые также воплощаются и индексируются в эти работы. Лихмита Масантимина Мошужук работы. И задача на сегодня у меня, как у цивилизации Бихина Масанта Машхана, естественно, запустить этот новый процесс знаний Бихмита Масанта Машхарбат, потому что у человека на сегодня возможности колоссальные. Бихмита Машхарбат. Человек сегодня обладает настолько активной, осознанной Бихина Крумошрукота системой, которая дает возможность проживать в этом опыте и, соответственно, индексировать все, что происходит. Бихмита Машхарбата, уходить в глубину познаний Бихмита Жирбата Бишакода, проходить опыт энергоносителей, которые создаются на пространстве ваших полей Бихина Масанта Машхарбата, изучать программу новой формы, которые имеются на сегодня в Бихита Крумошрукота и даются в матричной работе. Но не все усваивают эти формы Бихина Машрбата, потому что просто недостаточно вибрации, либо опыт осознания Бихина Машрбата не позволяет выйти эти качественные формы, либо опыт монадического звена. Лихмида Машакад. Но многогранность на сегодня ваших программ, естественно, имеет огромнейшее значение Бихина Масанта Машрбата. Многогранность ваших энергий, которые на сегодня индексируются в ваши поля Бихина Машрбата, имеет для вас колоссальнейшие возможности раскрыть для осознанности максимальный уровень допустимости. Лихмида Машрбата. Это значит, сознанию на сегодня мало того, что в земных полях можно загружать все программы, соответственно, проходить опыт глубокий Бихина Масанта Машрхана, проходить опыт, который в программах матрицы прописан для Гаи, Бихина Жукода, изучать эту жизнь по-другому, чувствовать этот мир. Рихмита Машхарбат. Мало того, что все, что дается в вашем пространстве Бихина Машхарбата, естественно, обозначается и словами, и цифрами, естественно, несет свою информационную роль. Рихмита Машхарбат. И вопрос, как вы изучаете Бихина Шкода, как вы познаете эти формы Бихина Масанта Машкада, как вы углубляетесь в эти носители, естественно, зависит уровень вашего качественного сознания, соответственно, проживание в этом уровне дальше выстраивается на полях. Лихмита Машакан, почему я особо акцентирую на этом внимание Бихмита Жукода, и почему на сегодня очень много говорю о том, что слово и цифры это основа Бихина Масанта Машхарбат? Потому что вы на сегодня пришли к времени Бихина Масанта Машкана, когда вы за счет слов и цифровых данных, знаний Бихина Масанта Машхада можете абсолютно
аккумулировать энергию и качественно выходить в состояние проживания жизни. Лихмит Масен Тамашхад, осознавая любой процесс, Бихмишикод, обладая знаниями, Бихин Масен Тамашхад, вы можете выстраивать качественные, функциональные рабочие состояния, опять же, для себя, и, соответственно, Бихин Машрубот, учить своих детей выходить в новые формы жизненной способности. Лихмит Машахарбат, ведь цифры это не просто так, это не просто фундаментальная работа, которую вы изучили, и, соответственно, на базе чего вы проживаете. Бихин Масахарбата. Цифры – это нечто глубокое, это Бихин Масахарбата. Это целая вселенная система знаний, которая определяет свою составляющую, дабы вы проживали Бихин Масахарбата и сотворяли в этой жизни определенно все, что дается значениями матрицы. Лихмейда Машкада. То же самое слова Бихин Масахарбата. Слова, которые на сегодня с каждым разом все больше и больше углубляют свой процесс системы сонастроек с каждым уровнем сознания. Лихмейта Машахарбата. Слова каждое сознание должно принимать и понимать, и осознавать глубину своих составляющих Бихмашахарбата при прохождении этого пути. Бихмашахарбата. Когда вы принимаете слово, когда вы его говорите, Бихмейта Машахарбата. Потому что ценность слова и состояние глубины энергии, звука, букв Бихмейта Машахарбата имеет колоссальнейшее значение на матричной функциональной работе. Лихмейта Масантимина Машахарбата. И зависит абсолютно все от вас. Насколько вы воспринимаете эту матричную работу, насколько вы слово индексируете в моменте, насколько вы рассчитываете цифры, которые к вам приходят, и насколько вы помогаете себе через слово и через цифры индексировать вашу работу. Лихмит и Масантимина Машарбота. И здесь очень важно понимать глубину, потому как вы пришли в то время, Бихин Машарбат, и время действительно у вас очень интересное, функциональное, потому как вы изучили прежний мир Бихмит и Машарбота, вы побывали в матрице 3D и изучили эту фундаментальную работу, и, соответственно, вы бы не пришли к этим знаниям, которые сегодня к вам воспроизводятся и глубоко подаются. Лихмейта Масантимина Машарбата. Эти знания нового времени, которые сегодня абсолютно определяют новый формат жизненной способности Бихин Масанта Машарбата, они выстроены, естественно, на базе того, что вы получили в этом опыте. Лихмейта Масанта Машхада. Вы получили опыт слов, вы получили опыт цифр. Бихмейта Машарбата. Вы получили опыт разных энергий. Лихмейта Масанта Машхада. Вы изучили разные программы. Естественно, это дает свои показатели. Бихмейта Масанта Машарбата. Это, естественно, базовая система, куда душа пришла развиваться, куда душа пришла высвобождать опыт и, соответственно, сотворять новые ресурсные созидательные формы. Лихмейта Машакада. Естественно, весь этот опыт идет в монадическую систему, но вы проживаете в этом моменте. И у души не только задача, чтобы накопить эти энергии и, соответственно, собрать этот опыт. Михмейта Машакарбата. У души еще и опыт таков, что показать вам эту матричную работу в глубине, в красоте, в Михмейта Машакарбата, в качестве, в эффективности прохождения поля, чтобы вы в осознанном восприятии Михмейта Машакарбата максимально чувствовали себя дома. Михмейта Машакада. Максимально понимали, что вы творцы, Бихин Масанта Машарбата, чтобы вы абсолютно понимали, как складываются ваши каждые шаги, взаимодействия, слова Бихинита Жугурбота, и цифры, которые вас окружают, имеют колоссальную роль в вашей жизненной способности в каждой секунде проживания. Лихмейта Масанта Машарбата, и учите эту возможную формулу Бихин Масанта Машхада, вводите эти новые знания в свои восприятия и проявляйте их в Михмейта Машхада, потому что это система будущего. Лихмейта Масанта Машхада. Потому что вы выходите в цифровой мир Бихмейта Масанта Машхада. И сам цифровой мир, он на сегодня очень безграничный. Бихмейшикада. Он очень многогранный. Бихмейта Жукода. По функциональности написанных программ. Бихмейта Машарбота. По функциональности тех формул, которые работают в энергии, в потоке. Бихин Масанта Машхада. И все, естественно, складывается через цифры. Любая программа, которую вы видите, наблюдаете, чувствуете, ощущаете. Бихмейта Масанта Машарбата. И при том, скорость на сегодня задана в параметрах очень высока. Лихмейта Масанта Машхада. Человеческая способность, которая на сегодня определяет возможность рассчитки слов, цифр Бихина Масанта Машхада, глубину проживания через эти инструменты в своих познаниях, естественно, приходит к новым функциональным возможностям. Лихмейта Машахарбата. Возможность изучить этот мир в глубине. Возможность помочь себе, Бихина Машахарбата, через слова, через цифры, открыть новые энергосодержащие функциональные Бихмейта Жукурбота работы, программы, энергии для того, чтобы сотворить эту новую возможность жизненной способности. Лихмейта Машхада, чтобы жизнь ваша была легка, свободна, о чем я всегда говорю. Бихин Машарбата, чтобы каждый из вас мог подобрать себе программу Бихин Жукурбота, чтобы каждый из вас понимал, для чего вам та или иная цифра в состоянии потока дана.
сторона, и вы принимали эти возможные программы энергии. Рихмиды Машербата. Не просто так приходят цифры, например, Бехинов Машербата в квартире, в которой вы проживаете, либо номер телефона, который у вас годами заложен, либо номер карты, который вы используете повседневно. Рихмиды Машкана, либо паспортные данные, которые вы абсолютно несете по всей жизни. Рихмиды Масантимина Машербата. Все это имеет огромное, колоссальное значение. Бехмиды Машербата, ваши цифры рождения, ваши составляющие состояние имен фамильных рядов, Мехмитов Журбота, и вы по Бехмашкад открываете свою возможность в семьях, там, где вы должны создать эту матричную работу и, соответственно, через эти буквы проработать в этом состоянии, в этом воплощении. Лихмитов Мосантимина Мошурбота, и, естественно, здесь заложен колоссальный, глубочайший Бехмитов Журмошурбота цикл работы, который создается вам на сегодня, Бехмитов Журкада, чтобы еще глубже изучить этот мир. Вы только изучили фундаментальную базовую систему Бехмитов Машербата. Вы научились ходить в магазины, рассчитывать деньги Бехмитов Машербата, рассчитывать какие-то формулы, алгебры, геометрии, изучив эти формулы состояния фундаментальных работ Бехмитов Машербата. Естественно, они вам так или иначе пригодились. Бехмитов Машербата, вы научились счету Бехмашкан, вы научились словам. Это самые базовые, фундаментальные Бехмитов Машербата знания, которые человек должен обладать и для чего он сюда пришел. Дабы обращаться в информационном поле, это первая задача у любой души. Бехмитов Машербата, первая функциональная, необходимая для того, чтобы проживать жизнь, физической способности и, соответственно, Бехмитов Машербата, человеческой способности быть в этом мире и существовать. Бехмитов Масанта Машхада, естественно, все заложенные параметры Бехмитов Масанта Машхарбашербата, это базовая система, это Бехмитов Журбота. Без базовых систем никуда не пройти и, соответственно, не прийти к каким-то профессиональным формам, и вам нужно изучить, например, базовое образование, чтобы прийти к глубине. Бехмитов Журбата, не прийти к каким-то более глубоким знаниям, если базовыми знаниями не обладаете, конечно, сложно прийти или вообще невозможно. Бехмитов Машербата. Поэтому в эволюции абсолютно пошагово, очень активно сейчас идете в развитии Бехмитов Машербата для того, чтобы в первую очередь себе помогать, своим детям помогать. И это будет уже в скором времени проявляться. Вы, наверное, уже видите и чувствуете, осознаете Бехмитов Машербата, что сейчас в матрице появляются новые слова. Бехмитов Машербата. То сейчас очень много Бехмитов Журбота, программ работает на цифровые носители. Бехмитов Машербата. В скором времени вы получите ID-код, который будет также в матрице активным участником. И, соответственно, пока вы не получили, вы изучите Бехмитов Журбота. Какие циклы к вам должны прийти? Как вы изучаете Бехмитов Журбота эту работу? Бехмитов Масанта Машхарбашербата. И вы уже сможете управлять своей системой Бехмитов Журбота, прежде чем заложить свои истоки потока. Бехмитов Машхарбата видя, Бехмитов Журбота Хурбота рассчитывая эти цифры, Бехмитов Машхарбата помогая себе индексировать даже формулу рождения чада. Бехмитов Машхарбата, чтобы чадо было здоровым, эффективно работающим, на определенном энергополя, чтобы имя сопутствовало для физической активности Бехмитов Журбота, для здорового тела, для энергосодержания, чтобы ребенок был осознанным, энергоработа выполнялась качественно, глубоко и свободно, Бехмитов Масанта Машхарбата. И все это вы можете заранее уже закладывать. Бехмитов Машхарбата, внуки, предки Бехмитов Машхарбашербата, которые вам передали знания Бехмитов Масанта Машхарбашербата. Естественно, это из поколения в поколение, как и вам знания пришли от предков, вы так и внукам и детям передадите. Бехмитов Машхарбата, потому что пришло новое время Бехмитов Масанта Машхарбата, потому что вы пришли в новые показатели Бехмитов Масанта Машхарбата, потому что вы пришли в этот цифровой мир, и многие из вас понимают, что все энергия Бехмитов Машхарбата, что все матрица, это нужно понимать, это нужно глубоко изучать. Бехмитов Масанта Машхарбата, что все слова, которые в информационном поле имеют огромнейшее значение для раскрытия ваших дорог, Бехмашкан, и все цифры, которые на сегодня абсолютно несут обеспечение жизненной способности. Бехмитов Машхарбата. Итак, хотелось бы, чтобы вы углублялись в эти познания Бехмитов Масанта Машхарбата, чтобы вы приходили к рождению нового пути Бехмитов Машхарбата с помощью знаний и, соответственно, сотворяли в своих полях эту интенсивную работу, потому что это ваше время, которое особо ценно. Бехмитов Машхарбата, некогда его тратить на то, чтобы отлатывать каждую энергию через каждое слово Бехмитов Машхарбата, проходя этот опыт. Бехмитов Машхарбата, когда есть на сегодня возможность определенно понимать цифры, которые приходят, Бехмитов Машхарбата, их можно поменять, их можно в новые формулы сложить, Бехмитов Машхарбата, заложить в новые программы, соответственно, сотворить себе качество тут же в моменте. Бехмитов Машхарбата, это, естественно, сокращает ваше время для того, чтобы проживать и отрабатывать определенные энергии, определенные слова, определенные программы Бехмитов Машхарбата, потому что мир на самом деле ваш, он имеет безграничные возможности для вашего прохождения жизненной способности. Бехмитов Машхарбата, хочется вам показать этот мир более глубоко.
такой. Хочется вас научить, чтобы вы работали в качестве в первую очередь. Лихмиту Масанту Машарбату, чтобы каждое состояние вашего слова работало на вас, на ваши поля, организовало вашу мощь. Бихина Масанту Машхана, чтобы каждая цифра, которая к вам приходит по состоянию, организовала вам глубину в системе возможностей скорости, и, соответственно, вы не теряли время для того, чтобы наработать этот опыт. Лихмиту Машарбата, а чтобы вы наслаждались каждой секундой проживания Бихина Масанту Машарбата, и с помощью программ выстраивали себе системы, Бихмашкан сотворяли свои поля, Бихина Журбош работы, реализовали себя качественно в моменте в основе. Лихмиту Машкан, итак, перейдем к вашим вопросам. Лихмиту Масанту Машарбата, вы также можете вопросы задавать, я с удовольствием отвечу, потому что чем больше вы задаете вопросы, тем больше вы раскрываете свой уровень сознания Бихмиту Машахада и приходите к новым функциональным показателям, потому что нет времени сегодня ждать. Миту Машарбата, нужно действовать, нужно созидать, нужно принимать знания и, соответственно, сотворять всевозможные ресурсные составляющие. Первый вопрос. Почему курс по нумерологии сложился именно сейчас? И в чем актуальность этих знаний в текущем времени? Лихмиту Масанту Машарбата. Актуальность только в одном, что на сегодня Бихина Масанту Машарбата, сознание человека, может углублять свои возможные составляющие Бихина Шурбашхода и открывать себе возможные новые жизненные способности. Бихина Масанту Машарбата не только в состоянии проживания Гаи Бихина Шурбашхода, но и на уровне способности сознания открывать новые ключи, новые потоки для того, чтобы бихину машкана сознанию было допустимо бихину курмош работ хрботы, любая работа пути, которая, в общем-то, в состоянии Вселенной, в состоянии Бога и Абсолюта, Бихмиту Машарбата имеется в монадической системе на полях. Лихмиту Масанту Машарбата. И как раз сейчас идет загрузка этих программ физической оформленности на Гай Бихмиту Машарбата в монадических системных состояниях. Лихмиту Масанту Машарбата курмош хрботы. И знание актуально только в том, что вы сейчас складываете, закладываете эти все программы, которые вы будете проходить в жизненном пути. Лихмиту Машарбата, это текущий год сам по себе говорит о том, что все, что вы осознаете, Бихмиту Машарбата через слово, все, что вы осознаете в процессе своего проживания, Бихмиту Масанту Машарбата, то и сотворяется в ваших полях на временную, долгую основу до конца бытия. Лихмиту Машарбата, мало того, что вы закладываете фундамент на следующий век активности для своих Михмошарбошхарбот, внуков Бихмиту Машарбата, для рода, для поколения Бихмиту Машарбата, вы вводите на землю новые знания для того, чтобы сформировать новые поточные жизненные основы. Лихмиту Масантамину Машхарбош работы. Соответственно, тот отрезок времени, который каждому дан, Бихмиту Машарбат Харбат, его нужно провести максимально многогранно для своего качества. Бихмашарбат для качества проживания на земных программах, для качества проживания сознания, то есть монадического звена. Бихин Машарбату, коль дается такой опыт, соответственно, сотворяйте. Лихмиту Масамашарбат. Поэтому в этом времени запущены эти программы, потому как Лихмиту Машарбата, следующие года, которые будут загружать, 2024, когда будут активны кармические связи, когда понадобится вам эта материализация, когда вы сможете организовать Лихмиту Машарбата с помощью цифр и слов максимальные, многогранные для себя события, Лихмиту Шукурбота расписать их, сотворить, Лихмиту Шукурбота заполнить свои поля и, соответственно, проживать их в новом опыте. Лихмиту Масанту Машхана каждый год несет свои энергии, но база системных показателей, и так же, как и вы 3D-формат прошли в состоянии базовых значений опыта, Лихмиту Машарбата сейчас имеет свое значение функционально. То есть те инструменты, которые подаются Лихмиту Машарбата, они учитываются в этой расчетной, матричной, событийной форме Бихина Машарбата, они применяются затем Бихина Машарбата, они сотворяются на Гае. А все это для чего? Бихмиту Машарбата, для чего? Для того, чтобы человек Бихина Хармашхона пришел к осознанному, многогранному функциональному состоянию. Лихмиту Машарбата не просто проходил как форму животного инстинкта и Бихмиту Шукурбота фундаментальную работу поля, а еще и сотворял Бихмиту Машарбата, коль дается такие возможности, сотворять свой мир за счет слов, за счет носителей цифр Бихмиту Машарбата, за счет того, что вы можете фундаментальную работу усиливать в качественное состояние, за счет знаний, за счет тех инструментов и цифр, которые и слов подаются вам сегодня во времени. Лихмиту Масантимиду Машакаду, поэтому на сегодня актуально, поэтому очень важно время не упустить. Потому что
уровень сознания сейчас активно, как губка, принимает эти знания и фиксирует Мехмед-Эшгоды, и сотворяет на своих возможных функциональных формах, дабы дальше проживать качество. А качество заключается в чем? Бехмит и Машербат. Чтобы вы в исполнении высвобождали качественные энергии, то есть вы высвобождали в каждом дне проживания, в каждый момент Мехмед-Эшгоды качественные эмоции, сотворения, благодати Бехмат-Аханам, благости, созидания, любви Бехин Машербат. Чтобы мир действительно ваш стал для вас раем Бехмит и Машербат-Хурбот. Потому как на тех энергиях, на тех вибрациях, которые 3D-формат и люцифером создан Бехина Хармаша Жукурбота. Он не дает возможности Бехина Журбота существовать душе в качественной форме. Душа сюда к вам приходит очень нехотя. Бехина Масантамаш Хармаш Журбот. Потому что все вы проходили 3D-формат, вы все проходили деструктивные формы работы, а хочется не просто вам показать этот мир, который вам дает эту возможность Мехмашкадов благодати пройти, Бехмита Журбота, а хочется раскрыть его во всей красе и, соответственно, организовать эту работу вы можете сами, с помощью источников знаний, с помощью источников тех инструментов, которые на сегодня в матричных программах даны. Лихмит и Машербош работа. Это экспериментальная работа, это новые системные функциональные задачи у всех Бехин и Журбот цивилизаций, которые развивают Гаю, которые развивают этот опыт человечества. Бехин и Масахарбаш Харбат. Поэтому мы выводим такой инструмент, поэтому многие цивилизации будут выводить инструменты для повышения качества вашей жизненной способности. Бехин и Масантамаш Журбош Коды. И, соответственно, с учетом того, что цифры и слова это все, поэтому Бехмит и Харбат, мне дано право Бехина Хурмош Хода активировать эту работу и, соответственно, усовершенствовать ваши системы. Как знание о цифрах поможет в прохождении других практик? Лихмит и Мосентимиды Мошехода. Абсолютно вы должны понимать, что каждая практика дает свои возможные энергосоставляющие, энергоформы Бихмашербата, свои осознанные восприятия в показателях, в росте Бихина Курмошерхода. Есть вибрации, которые абсолютно допустимы для каждого значения, которые нужно взращивать самостоятельным опытом. Бихмит Мошехода. Есть цифры, как инструмент, который абсолютно определяет вашу матричную работу, которые абсолютно Бихина Мошерхода вы можете самостоятельно рассчитать и в дополнение себе создать качественную жизнь по состоянию своих форм. Лихмит и Машкан, есть слова, которые вы в каждом дне выражаете, соответственно, от этих слов зависит открытие матричных работ и, соответственно, ваши возможные дороги. Лихмит и Масантимин и Машежукурбосу Хурбошежукоды Машхада. И при этом здесь нужно быть в целостном состоянии. То есть, Михмит и Машкан, вы бы не были целостны на сегодня, если бы вы не учили, например, все предметы в школе. Бихмит и Машербата. Каждая система инструмента, она задает свои параметры. Бихин и Машербата. Это называется целостным подходом для функциональности, для проживания. Лихмит и Масантамашкан. Здесь то же самое. Если работать с телом, с состоянием духа, Бихмит Жукод, эмоциональным центром, своим осознанием, Бихин Журбота в чистоте, в благодати идти в эти потоки, соответственно, обладать этими высокими формами энергии, естественно, это целостный подход. Лихмит и Машербашхан. Да невозможно, например, получать знания и не заходить в действие. Бихин и Машербат. Это не принесет качественного ресурсного состояния только потому, что все должно быть в триединстве, в рабочем состоянии, создавать свои сферы. Лихмит и Машербат. Если тело утяжеляет, если тело заземляет, вы никогда не будете в хороших, гармоничных, качественных эмоциях. Лихмит и Машербат. Если тело засорено, вы никогда не сможете поставить цель, задачу и исполнить какой-то инструмент новой формы в работе. Лихмит и Машербат. Просто не получится, потому что сознание работает на определенных показателях, тело работает на определенных составляющих. И здесь очень важно саккумулировать энергию в общие потоки. Лихмит и Масантимина Машхарбата. И те базы знаний, которые мы выдаем, которые выдают цивилизации, учителя, Лихмит и Машхарбата, они абсолютно все направлены для того, чтобы вы активно, многогранно развивались через разные источники, чтобы вы составляли эту целостную работу, чтобы вам даются на сегодня абсолютно управляемые источники инструментов, которыми Лихмит и Машхарбата вы можете создавать свою жизнь. Лихмит и Масантимашхарбата не просто создавать, а в качество выходить, в усиленную работу, Бихин Журбот, активировать эти возможные потоки, соответственно, сотворять. Лихмит и Машхарбат. Задача научить Бехину Хурмоша Хурбошход, научить каждого из вас этой функциональной форме. Бехина Масантамашхан, потому что базовую систему, естественно, вам прописана. Бехмит и Машхарбат. Но коль вам дается состояние улучшенного качества проживания, почему бы не сотворить? Лихмит и Машхарбат. Коль ваши системы сегодня позволяют открыть эту возможность, Бехмит и Машхарбат, учитесь этому опыту, сотворяйте, учите своих детей, Бехмит и Машхарбат. Потому что из поколения в поколение, из века в век по матрице, активная работа выстраивает свои показатели. И, соответственно,
то, что загружаете вы своими состояниями, своими осознаниями, своими физическими действиями, то и происходит в физических фундаментальных программах. Из века в век, естественно, программы загружаются, система индексируется и сотворяется. Сможем ли мы глубоко понимать программы кодов, которые дает Хамилия? Лихмит и Машхарбата. Здесь все зависит от вашего уровня сознания. Бихмит и Жукана, вспомните, когда мы стали с вами писать. Лихмит и Машхарбата. Мы писали для того, чтобы создать физическую энергию, чтобы сотворить в своем поле максимальную материализацию, чтобы вы понимали ту информацию, которая вам подается. Это как минимум. Лихмит и Машхарбата. Чтобы вы создавали энергию поточную, чтобы к вам приходили более функциональные энергии, которые раскрывают стать возможности программ и энергии нового поколения. Лихмит и Машхарбата. Затем вы стали звучать. Нейронную форму повышать, бихмашкан в своих физических возможностях, мехмитажкан в своих осознанных восприятиях, лихмитамасантамашхарбата в своих программных матричных основах, потому что на звуке, на высоких полях звук это основной проводник, мехмашхарбашхада дает возможность реализации более функциональной формы проживания. Лихмитамасантиминамашжукурмашработа. Естественно, бихинамасантамашхана, когда вы растете с каждым днем, вы осознавать должны этот процесс уже сейчас, лихмитамашхода, что ваши возможности становятся все более функциональным, у вас запрос становится более глубоким, у вас вопросом становится больше, потому что вы развиваетесь. Бихмитамасантамашхада, естественно, чем больше вы получаете знания, чем больше вы приводите их к действиям, к проявленности, бихмитамасантамашхада, естественно, вы растете, и при том растете с безумной скоростью. Бихинамасантамашхарбата. Даже вспомните свое житие, когда вы в 3D-формате проходили медленно, нарабатывали деструктивные формы, бихмитамасантамашхада, проживали глубоко, и как вы здесь скорости идете. Бихмитамасантамашхада, как для вас значение системы матрицы сегодня создает абсолютно новый уровень жизненной способности. Лихмитамашхарбата. И, естественно, это будет все глубже, все быстрее, все качественнее. Бихмашхарбата. Все больше у вас будет возможности проявляться, но пошагово. Бихинамасхармашхарбата. Невозможно прийти к пику событий, когда вы пошагово не прошли предыдущие. Лихмитамашхарбата. И при этом мы очень активно идем с вами в скорости. Бихинамасхармашхарбата. Изучаем эту материализацию. И многие даже обижаются, почему бихинамасхармашхарбата. У нас нету даже времени на отдых. Потому что все, что вы на сегодня закладываете, это ваш фундамент системы дальнейшего поля жизнеспособности. Лихмитамасантамашхада. И нельзя это время потерять. Бихинажурбота. И все, что вы как губка впитаете в свои энергофизические формы, бихмитамашхана, с тем вы будете проживать. Этот год текущий очень важный сам по определению. Поэтому вкушайте бихмашхан, поэтому создавайте новые инструменты, берите эти новые знания, бихмашхан. Понимайте функциональность каждого слова, которого вы выводите. Изучайте этот глубокий материал. Лихмитамасантамин Машхарбат. Изучайте эти цифры, которые вас окружают, потому что вы сами можете управлять системой матрицы своих полей. Бихмит Жукот, задавать параметры качественной жизненной способности. В этом ресурс знаний. Бихмит Хурмашхот, для того, чтобы проявить максимальную многогранность вашей осознанности и, соответственно, совершить в моменте. Сможем ли мы сами составлять такие программы, будут ли работать лично составленные коды, и как с ними работать? Мида Машхада. К этому мы идем. Бихмита уже код. Но прежде чем прийти к этой базовой, фундаментальной, базовой задаче в основе Бихмита Жукада, это действительно базовая задача научить вас этому материализованному инструменту и энергии запустить. Лихмита Масантамида Машхарбат. Когда вы сможете сотворять сами для себя любую форму системы проявления. Бихмита Машхарбат. Вы уже пришли к этому опыту, что вы понимаете, что все энергия. Вы пришли к этому опыту, что слова – это матричные основы. Бихмешкан, что цифры – это абсолютно определяющая роль системы матричных программ энергии, которые вы проходите. Лихмитамасантамашрбат. Естественно, когда вы будете погружаться в эти состояния, бихмитажукоды материализовывать их тут же, вы будете все больше и больше глубину изучать и понимать, как энергия и цифра каждой, сопутствующей вашим ресурсным времени в моменте работы бихмитажукоды, определяет свою роль. Лихмитамасантамашрбат. И вы, естественно, сможете заменить, и вы сможете фундаментально создать, вы можете сотворить эту новую программу. В принципе, мы начали уже этим заниматься. Но поначалу мы с вами сотворяли код на базе того, что я вам выводила, ключи создавали, потоки определяли, бихмитажукоды физически проходили их в опыте. А сегодня пришло время сотворять самим бихинамасантамашрабаты. Соответственно, это сотворение абсолютно бихинажукоды допустимо каждой душе, которая находится и работает со своей осознанностью.
Многие уже умеют рассчитывать свою базу по имени, отчеству, фамилии, дате рождения. Чем он отличается от кода души и сможем ли мы сами его рассчитать? Рихмита Машерупада. К коду души мы с вами перейдем чуть позже, когда вы будете понимать суть дневных программ. Как они организованы? Бихина Машерупада. Почему каждая цифра работает в вашем фундаментальном носителе, в вашем фамильном ряду, либо в ваших датах, Михмашакана, либо в вашей квартире именно такой даты, либо почему по этим числам вы определенно работаете? Рихмита Машерупада. Первостепенная задача – это научить вас обращаться с матрицей, в которой вы проживаете. Лихмитому сантуму шрбота. И сейчас функционально выстроен цикл знаний для того, чтобы вы получили эту фундаментальную работу. Это как в школе. Бихмишрбат. Вы бы не пришли к слову, вы бы не пришли к цифрам, если бы вы не изучили изначально. Звук Михмитому Шхарбат. Писание, соответственно, сотворение произошло именно тогда, когда вы изучили инструменты. Лихмитому сантуму шхода. Здесь то же самое. Вы в первом классе сейчас находитесь. Митума сантума шхада. В новом формате, в новых программах, в новой матрице. Лихмиты Масантимина Машербата. Естественно, Бихина Курма Шербата, вы изучаете свой мир по-новому. Лихмиты Машербата. И мир души, где в пространстве, в системе Бихимашакада матричной, абсолютных программ. Лихмиты Масантима Шербата. Это поле уже высоких вибраций, где вы также будете изучать. Но невозможно туда прийти, если вы не изучите свой мир досконально. Лихмиты Масантима Шхан. Поэтому первая задача, которая функционально введена на параметры через наши инструменты Бихини Шербата. У нас есть задача нога и вывести эти работы массово в людские параметры. Бихина Масантамашхада – это научить обращаться со всеми инструментами, которыми вы обладаете уже сейчас. Рихмита Масантамашхана – научиться глубине их рассчитывать, познавать и, соответственно, сотворять. Рихмита Ушхода – притом это Дихатурбушхода, абсолютно возможно для каждого. Просто нужно изучить, просто нужно создать действие и проявить. Рихмита Ушхурбостантамашхода – так же, как человек приходит с базовыми системами, и чтобы заговорить Мита Машхарбата, чтобы познать этот мир в опыте, Бихинтакурмашхарбата, он учится пошагово каждой функциональной форме работы. И вы тоже учитесь, потому что ваша душа заказала этот новый опыт. Михидам Асантамашал Башхарбата – это новый мир, и вам интересно существовать, потому что вы знаете мир другой, и вы переходите в новом носителе. Бихмитакрабушкурбот. Эти новые носители дают настолько многогранную глубину изучения этих форм, Бихмита Жукана, что настолько каждая минута цена, что Бихина Шахода, каждому из вас преподносится все новая и новая жизненная форма способности. Лихмита Машерван, поэтому не потеряйте время. Бихина Курмошерукожи Курбошхода, не тормозите развитие своих систем. Бихмита Шахода, ваши процессоры на сегодня очень много могут переработать и, соответственно, создать вашим полем. Лихмиты Машахады, код души обязательно мы будем изучать, биты Жукурбашакоды, после того, как вы поймете, как земная матрица выстроена в работе. Бихина Масанта Машхарбата, тогда мы перейдем на абсолютную матрицу, и вы сможете применять эти бихины Жукурботы, материализацию уже в своей осознанности, переходить в другие миры. Так, меняется ли код души, когда женщина берет другую фамилию? Бихина Масанта Машхарбата. В любом случае, когда с вами происходит состояние по функциональности работы Бихина Машхарбата, код души в замене материализации происходил только тогда, когда менялись коды системы земных программ. Это именно состояние переходных базовых систем. Рихмита Машхарбата Жукурбосанта Машхарбата. Код души, он функционально в 3D1, в 4D Бихина Жукурбота. Это новый формат системы функциональной формы работы. И Бихина Машхарбата. Что такое код души? Это базовая система энергоносителей, которые Бихмашарбата активно направлены на функционал определенного состава. Например, ваш аватар земных программ, либо где-то у вас есть двойник Михида Масантамашхана, вот работает определенные базовые системы, собирая, активируя в своих пространствах, и, соответственно, сотворяя в монадической системе общую базовую систему, Бихина Жакады переходит на дальнейшие возможности существования. Рихмиды Масантимина Машарбат. Поэтому код души меняется, 3D и 4D пространства, они разные по функциональности, потому что это два разных пространства и разные задачи введены. Лихмиты Машурбошхурботах, Масарбашхурботы. А вот на код души стабильный, который обретает свою функциональную форму, вы уже пройдете нейронные связи, и тогда мы будем его изучать. Лихмиты Масантамашхармашхурбата, что ваша память по какой-то цифре может еще быть загружена в определенном составе, вы еще по этой памяти, по 3D-формату код души еще отрабатывает, поэтому может выдать эти цифровые данные. Бихин Машхарбат. Поэтому через 2 года, когда система закроет нейронные связи, мы перейдем к этим функциональным изучением. Есть ли в полной нумерологии понятие положительно-отрицательной трактовки цифр? Понятно, что нет ни плохого, ни хорошего, и все опыт, и что все зависит от уровня вибрации. Но хочется подробнее об этом узнать. Лихмиты Машакады. Вообще в мире нет и плохого, и хорошего, нет таких функциональных, каких-то значимых бихинджу-курмошу-хода разделений функциональных слов. Лихмиты Масантимины Машу-курбошу-работы. Мир – это просто работающая энергия. Бихмиты Машакады. Вопрос, как вы осознаете ту или другую энергию в своих полях,
в своих возможных сонастройках, в своих распакетировках. Лихмит и Машербата. Каждая цифра несет колоссальнейшее значение. Лихмит и Жакарбата в первую очередь для души. Лихмит и Машхада. Душа через определенный опыт, через определенную энергию, через определенную цифру. Бихина Курмошхода заказывает опыт сонастройки для того, чтобы фундаментально выстроить качественные показатели. Лихмит и Машхада. Качественные показатели когда выстраиваются? Например, человеческая суть проживает, и чтобы наработать качество, наработать осознанность, наработать гармонию, бихин масса ты башкат, проживаете же разные пути. Лихмит и масса ты машкат. Естественно, вы учитесь этому опыту, вы собираете разные энергии, бихин и машкат, вы проходите разные базы знаний, бихин и масса ты машкат, вы приходите к осознанному восприятию себя по-другому. Вспомните, какими вы были. Лихмит и масса ты машкат. Естественно, какие вы были раньше и какие вы сейчас, бихин и жубот, это абсолютно разные значимые формы. Бихмит и жукат, эволюция, программы, энергии, бихмашкана, опыт, михмит и жукот, знания, и бихмасахат. Это все в комплексе дало такой подход, как вы думаете, уходы, именно такие, какие вы есть сейчас, вы наработали этот опыт, это ваш фундаментальный опыт. Лихмит и Машхада, и каждая цифра, и каждое слово, которые сыграли роль, они имеют колоссальное значение. Бихмит и Машхада, иначе бы вы не были такими, как сейчас. Лихмит и Мусанту Машхада, и такие, как сейчас, вы абсолютно фундаментально благодатны и качественны. Бихмит и Машхада, потому что вы в эволюционном времени. Душа пришла нарабатывать опыт системы созидательных форм. Лихмит и Мусанту Машхада, вопрос скорости, вопрос глубине, вы по-разному растете. Лихмит и Машхарбата, но вы в эволюции. Бихмит и Машхарбашхада, вы не переходите в состояние животного инстинкта, вы выходите на состояние осознанного уровня. Так и заложены ваши фундаментальные программы развиваться. Лихмит и Масанту Жукорбос Интемина, Масанту Машхарбашхарбата. И, соответственно, каждая цифра, которая развивает вас, которая учитывается в ваших показателях, даже номер квартиры, даже дата, в которой вы пришли. Лихмит и Машхарбата, любая цифра в каждом дне, в каждом исчислении Бихин Машхарбата, в каждой временной основе имеет значимость для этой роли. Лихмит и Масанту Машхада. Естественно, каждая цифра имеет бихин и жукоды в возможности работы положительный результат. Лихмит и жукоды. Потому что если бы не было четверки, не было бы кармических связей, вы бы не получили этот опыт. Если бы не было обнуления, не было бы нуля, вы бы не получили состояние качественных форм бихмит и жукоды и перехода к новым программам, трансформационным системам. Лихмит и Машхада. Каждая цифра особо значимая. Бихмашхана. Каждая цифра особо хороша. И когда вы начинаете проявлять у себя, что бихин и Масанту Машхада, что, например, я не хочу четверку, либо ноль, бихмит и Масанту Машхада, это не мои поля, бихин и жукоды. Наслаждайтесь то, что вам они даются в опыте. Лихмит и Машхада, они вам приносят колоссальнейшие изменения вас. Бихин и Жукоды, вы растете с помощью этих фундаментальных цифр, и каждое число несет свой опыт работы и фундаментально меняет вас. Лихмит и Машхада меняет, естественно, эволюционные качества. Бихмит и Харбашарбата, вы осознанно, телесно, бихин и Жукоды, клеточно растете. Лихмит и Масанту Машхада, вы преобладаете новую форму существования для опыта. Бихин и Масанту Машхарбата, и прежним вы не будете никогда, даже бихин и Жукоды, как минуту назад в основе. Лихмит и Масантимина Машхарбата, поэтому любая цифра бихин и Машхарбата, это дар. Бихмит и Машхарбата – это Божий дар, который вы проходите, чего Бихмит и Машхарбата вы испытываете в каждой жизненной способности в моменте. Лихмит и Масанту Машхада – вы возвращаете свой храм. Бихмит и Машхарбата – храм – это вы сами. Бихмит и Масанту Машхада – с помощью цифр вы индексируете эти трансформирующие энергии, которые Бихмашхан определяются формулой Фибоначчи. Лихмит и Машхарбата – формула Фибоначчи вас ведет на более качественный уровень для восполнения эволюционности. Бихмит и Масанту Машхада – для качественной Бихмит и мозг работы. На качественную основу вы выходите с каждой цифрой в опыте и, соответственно, с каждым словом. Так, Михмасахада. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, Михмашарбашарбата, трактовка цифр всегда эволюционная, положительная и качественная. Как цивилизация Хамили рассчитывает фантомов, если не по дате рождения и не по имя, отчеству, фамилии? Будет ли нам доступен прикладной инструмент для рассчитки этих программ? Лихмит и Масанту Машхарбата. Во-первых, каждая фундаментальная программа Монады Бихин и Машхарбата определяет роль души, либо фантома Бихин и Машхарбата, имея определенные исчисления. Я вас потом этому научу. Лихмит и Масанту Машхарбата, вы в своем эфирном состоянии времени Бихин и Масанту Машхарбата можете понимать, где фантом, где нет. Фантом, как правило, для вас уже будет пустой. Бихмаша Харбашхада, естественно, вы его не будете замечать. Бихина Шипат, естественно, на вашем пространстве, на ваших полях он не играет роли. Лихмит и Масантимина Мошажукор, Босантимина Машхарбата. Фантомы исчисляют.
отличаются. Есть определенный показатель программных цифр, это Бехинова-Шарбат, программная монадическая система, то, что у вас называется кодом души Бехинова-Сахарбашкада, и программная матрица по определенным цифрам, которые в наборе, в составляющих работают как программа. Рихмита-Машарбашкада, вы сейчас изучаете как раз системную эту работу вашего фамильного ряда, ваших дат рождения Бехинова-Шарбашкада, там уже определены. Мы чуть дальше глубоко будем познавать, соответственно, вы будете понимать, фантом при расчете, либо душа Бехинова-Шарбашкада, самостоятельно выходя на эти знания. Рихмита Мусентумошработ. Естественно, это по определенным цифрам программная фундаментальная форма работы определяется Бехмитов Жакарбат. Определенные цифры в монаде включены в программе, как программный базовый носитель Бехмитов Мушурбошхурбот, он должен код. И таким образом активируется работа. Рихмита Масантимина Мушукорбот и Масантамашхарбата. И, в принципе, вам на сегодня даже значение цифр Бехина Курмушхода не так явно определяет составляющую фантома, как вы можете это определить визуально, по чувствованию, по ощущениям Бехинда-Масанда-Машкада, потому что это явно прослеживается история, составляющая состояние фантома. Бехмита-Масарбат. У кого, кстати, получается Рихмита-Машарбат-Харбоши-Жукот? Дайте обратную связь, кто понимает, где фантом, а где душа работает. Ну, давайте, проявите, покажите. А меня слышно вообще? Что-то у нас зависла вся эта история. Не слышу вас, не вижу. Так, ну что, едем дальше. Люди, скажите, вы со мной? Все отлично, хорошо. Ну, я, например, вижу сразу фантомов. Сразу и по лицу, и по состоянию, по словам, которые они говорят. То есть, как бы это вот даже вот на кассах, магазинах вы можете увидеть, они там практически каждый. Как-то вот обслуживающий персонал очень явно выраженный. И как у вас происходит расчитка? Можно кодом фантома поменять на душу. Бехина Масанта тоже Курбош Хода. Это следующий этап развития, который Бехмита Масанта Машхарбата, тоже Курбота, будет ваших базовых знаний. Бехмита Масанта Машхарбата, это только при экосистеме. Я вам чуть позже расскажу. Бехина Масанта тоже Курбош, это не сейчас во времени, это лет через 7 только будет вашей временной основой выведено в поля. Бехина Масанта Машхарбата, как с помощью кодового значения, которое, например, к вам приходит, и поменять на кодовое значение на более развитую душу. Вот это возможно. Бехина Масахарбат, то есть из души основных фундаментальных, выбрать максимально качественные показатели, соответственно, совершить действие и бихмашхад, и воспроизвести, то есть проявить чада. Лихмита Машарбата, но это не касаемо фантомов, это касаемо кодовых показателей. Лихмита Машарбата, фантомы работают в 3D-пространстве, то есть если Бехина Масанта Машарбата, человек обладает определенными цифрами, мы будем с вами изучать Лихмита Масанта Машарбата, вы будете понимать, что Бехина Масанта Машарбата, что однозначно уровень системы сознания Бехмита Жукурбота работает по программной обеспеченности. Бехмита Жукана, как работает программа фантома? Лихмита Машарбата, есть ограниченные возможности, есть ограниченные слова, которые работают на определенных цифрах, на определенной энергии в потоке, на определенных событиях для определенных возможностей поля. Рихмита Масантимина Машарбат Хурбот. Эти люди действительно ограничены по функциональной форме работы. Бехмита Машарбат, у них нет возможности стать себя развивать. Мита Машарбат, они могут, например, использовать молитвослово, эта программа может включена, но при этом они, Бехмита Машарбат, они могут развивать себя как уровень сознания, телесную основу. Рихмита Масантимина Машарбат, это явно выраженные системы, их очень, Бехмашкан, чем больше вы будете наращивать свои возможные потенциальные знания и бихмашканы, свои вибрации, вы будете их тут же определять. По глазам они у них не глубокие. Бехина Масанта Жукурбота и по физической основе, Бехмита Машарбата, и по цвету глаз очень явно выражены фундаментальность настройки. И по кодовым значениям, показателям, Бехмишакана по определенным цифрам, они имеют свои базовые сонастройки. Бехина Масанта Машарбата Курбата. И количество цифр у них дублируется, повторяется. Я чуть позже расскажу об этом. Лимашкан, когда вы будете учить нумерологию? Угу. Дима Самада, Бижаврбат. Каким образом я исчисляю Бехмита Курмошурбота? Вопрос однозначно правильный. Бехина Масанта Машурбата Курбота. В монаде определены все цифры, которые базовые в основе, которые как раз и показывают фантому. Бехина Масанта Машкан по определенным цифрам работают в показателях. Лихмита Машкады, у них коды в содержании абсолютно одинаковые. Их Мата Машурбата. Они пришли на определенную программу, на определенную вибрацию, на определенное слово, на определенное значение. Если каждая точка пространства несет информацию, ибо
во всем пространстве, значит ли это то, что цифра 1 тоже несет в себе всю цифровую информацию. Вероятно, для этого мы каждую цифру раскладываем на единицы. Алихмит и Машурбот, абсолютно верно. Алихмит и Машурбот, потому что мы с вами начали изучать цифру 1, Бихинмас и Машурбот, это базовый показатель, это начало, от чего абсолютно строится вся матрица, и слова в том числе, Бихмит и Машурбот, и матричная работа, вообще то, что называется ваша вселенная, Бихмашурбот, вашим миром, вашей матричной программой. Алихмит и Масантимин и Машурбот, и Машурбот, естественно, цифра 1, Дихмит и Машурбот, абсолютно несет всю базовую информацию, Алихмит и Машурбот, на которой дальше выстраиваются энергии, программы, так далее. Алихмит и Масантамид и Маша Курмоша Жукурбот. Поэтому вы так активно изучаете сейчас эту цифру, Бихмит и Машкана, поэтому вы изучаете значение цифры 1, связанное с вашими базовыми составляющими Бихмит и Жукурбот, и через цифру 1 приходите к этим цифрам, которые у вас параметры введены. Алихмит и Масантамид и Маша Курмоша Жукурбот к Масхану, потому что если бы не было цифры 1, не было и 2, и 3, и 4, и, соответственно, не было бы вас. Алихмит и Маша Курбот. Интересно, для функциональности, для жизнеспособности Бихмит и Курмоша Жукурбот, вообще для понимания вам, все, что связано с цифрой 1, это фундаментальная работа. Бихнина Масантамаш Харбоша Хорботы. Соответственно, когда вы, например, получаете квартиру 6, Михмита Машработы, когда вы раскладываете 6, например, на 1,5, на 3,3, Бихину Хармошхода, а 3 это 1,2, Бихина Машработы, везде цифра 1 участник. И, соответственно, Бихнина Масахарбашхада. Естественно, если бы не было цифры 1, не было бы показателей любой цифры. Бихнина Машработа, это фундаментальная матрица. Бихмешикана жизненная способность человечества. Соответственно, вы бы не были человеком, если бы через эту цифру 1 не открыли бы матрицу. У каждого имеются все возможные энергии, если есть цифра 1 или 9 в дате рождения, и каждый может применить к себе любое из имеющихся значений цифры. Так ли это? Свобода воли в нашем выборе, какие цифры, значения мы активируем. Бихмит и Машурбот. У всех есть базовая цифра 1. Лихмит и Машурбот абсолютно у всех. Лихмит и Машурбот. У всех есть матричные программы цифровых элементов до 9. Бихмаша Харбата. Нет такой матрицы, у вас бы не сложилась бы жизнь. Бихмита Жукарбата. Вопрос, в какой матрице, в какой программе, какая цифра имеется в работе носителя. Лихмита Мосантамида Мошурбаша Работа. Поэтому, естественно, вы исчисляетесь с формы Фибоначчи. Бихмита Мошурбата. У вас абсолютно, если вы работаете как человек, Бихмита Мошурбата, у вас все цифры в носителе имеют свою базовую исчисляемость. Мы с вами на первых уроках это начали проходить. Лихмита Мошурбаша Харбата. Но у вас не было бы последующих 2 и 3, если бы не было цифры 1. Бихмашкана, если бы не было базы заполнения фундамента. Лихмиту Масантимину Мошухорбошу Хорбота. Естественно, функционально вы будете понимать просто по какой цифре вы работаете, почему эта цифра именно у вас в поддержании имеет свою роль. Лихмиту Масантимашкан, когда вы начинаете осознавать, как человек, Михмиту Жукурбот, определенную форму энергии, определенную базу знания, определенное цифровое значение в основе. Лихмиту Машкан, вы начинаете осознавать этот процесс. Человек как развивается, осознает, идет дальше. Лихмиту Машурбата, осознает энергию, соответственно, сотворяется новое качество. Алихмит и Масантамаш Рабата. Когда вы осознаете этот процесс матричной работы, соответственно, вы проявляете качество и приходите к новым показателям. Бихмешакан. К вам выдается новый инструмент, вы выходите в новую функциональную работу, соответственно, таким образом усовершенствуете свою систему. Алихмит и Масантамида Мошурбош Хурбош Хурмаш Хурбата. Но при этом Дихмит и Машхурбаш Хурбата. Есть, например, цифры свободного значения, например, 8. Бихина Масантамашхада. Это цифры, которые дают многогранность, усиливают работу во всех проявлениях. Ее нужно понимать, когда она приходит, в какое время, Бихмит и Жукурбот, где она у вас базовой становится, Бихмит и Жукурбот, где ее применить, в каких значениях, может быть, в моменте времени, может быть, в моменте дня, Лихмит и Жукурбот, чтобы улучшить свои качественные структурные формы, соответственно, сотворить свое поле в новых значимых результатах, Бихмит и Жукурбот на моменте, и сотворить, естественно, новый нейронную цепочку Бихина Жукурбот, которая организуется через слово и открывает вам новую возможность. Лихмит и Масантимин и Машхурбош Хурботы. И в этом есть свобода, потому что вы умеете рассчитать, вы умеете создать Мит Машхурбот, вы умеете сотворить Мит Масантимин Машхурбот. Но чтобы сотворить, создать Бихина Жукурбот, вы же должны обладать знаниями Лихмит и Машхурбот. Если вы хотите качественно проживать, соответственно, вы должны использовать инструменты и базы знаний для того, чтобы открыть эту возможность. Лихмит и Машхурбот. А возможность открывает слова и цифры. Бихмашкана слова выстраивает из цифр, Бихмашкана цифры, это формула абсолют, это Бог. Алихмит и Масантамашрабат, формула Фибоначчи, которая работает Михмит и Жукурбот по энергетической спирали, Бихмит и Масарбашкарабат по цифровым элементам базовым от 1 до 9, Бихин Масантамашкад и по кодовым значимым системам, которые определяют вашу матричную работу во Вселенной. Алихмит и Масантимин и Мошурбошурбот, поэтому Алихмит и Масантамашкарбошурбот, если говорить о функциональности цифровых модулей, это абсолютно все. Это вы сами, Бихмит и Машакад, это ваша матричная работа.
бихмашкады, это ваши слова, это ваши энергии бихинушкоды, которые вы проходите в эмоционально ощущаемой составляющей в основе, лихмиты масхарбашкады. И при этом это абсолютно доступно вашим исчислениям, вашему уровню сознания для того, чтобы создать любую форму энергии, программы, себя, лихмиты масхарбашкады своего мира, своего поля, бихмашкады своего иллюзорного состояния, любой формы, лихмиты масхарбашкады. Вы пришли к этому новому опыту. Лихмиты масхарбашкады. Посмотрите, сколько сейчас, например, фильмов создается, иллюзорных мультиков Михмита Машака для детей, и вас уже в показатели в эти бихмаш-корбош работы привлекают для того, чтобы вы понимали, что суть работы именно в этих энергиях, в этих цифрах. И сейчас вообще информационная поточность поля будет работать именно на цифры и на слове. Лихмаш-абата. Еще одно важное событие, которое также активно, функционально выстраивается на поточном состоянии для людей, это две энергии, которые абсолютно определены для фундаментальной подачи. Это энергия финансов Михмита Кармаш-Карбата, о чем, в общем-то, выстроен весь мир, бихмиты Журбошкода и рептилоиды ведут эту форму основы по всем показателям программ, лихмиты Машарбата, и это энергия любви, которая является основным для параметров жизненной способности, лихмиты Машарбошкорбота. И что происходит в состоянии матричных работ? Михмашакада, энергия любви задает параметры системы существования, лихмиты Машарбата, на энергии любви, естественно, складываются любые показатели фундаментально качественной работы, Михмашарбата – это цифры, Михмашарбата – это слова, лихмиты Машарбошкорбота, и на базе цифр и слов, естественно, вы материализуете всю эту возможность. Это ваши финансы. Дихмита Машкана, без финансов невозможно существовать. Без любви, без энергии любви невозможно существовать ни одному человеку, ни одному осознанному существу в этом мире, в вашем мире. Лихмита Масанта Машхарбата. Соответственно, не было бы любви, не было бы материализации Бихина Масанта Машхарбата, если бы не было матричных работ, то есть энергии цифр, энергии слов. Лихмита Масантимина Машхарбошхарбот. Поэтому все взаимосвязано. Везде нейронное, качественное Бихмита Машхарбата работа, записанная программа для того, чтобы человеческая суть вырабатывала свою возможную форму системы высвобождения бихмашкады, прохождения двух путей бихмашкады. Это циклическая форма, опять же, фундаментального расчета бихмашкады, проживания в любой матрице вашей души. Рихмиты масантимины машработы. Но матрицы разные, они по разным цифрам работают, они по разным кодам работают. Михмиты жарбат-харбата. Душа проявляет разные состояния. Рихмиты масантимины машработы, сантимины машхарбашкады. Естественно, все, что происходит функционально, бихинамасантиминамашхарбашхарбота, все, что производится в вашем опыте бихинамасантиминамашхарбашхарбота, это дается для того, чтобы в эволюционное время бихинамашхарбашхарбота, каждая человеческая способность, каждая суть в основе, в каждой временной теме бихмитахарбата имела свою роль. Бихмитамашхарбата, вы живете в цифрах, время – это цифры. Бихмитамашхарбата, вы исчисляете каждый день, вы исчисляете каждое время. Бихмитамашхарбата, вы проходите каждую минуту жизненного проживания. Бихмашкан, вы проходите года, вы исчисляете их. Михмита Машхарбашхарбата. Все это цифры. Лихмита Масантимида Машхарбата. Для вас линейное время – это цифры. Бихмита Жукады. Для вас каждый прожитый день, понедельник, вторник, среда – это цифры. Лихмита Машхарбата. И каждый час, и каждая минута – это цифры. Лихмита Машхарбата. Что это? Энергоматрица. Бихина Масантима Шарбошарбота. Но в этих цифрах работают еще слова, которые тоже из цифр сложены. Лихмита Масантима Шарбота. Поэтому это абсолютно управляемая система вашего сознания с точки исхода. Бихина Машхарбата. И вы можете, как люди, индексировать эти формы для своих способностей, для своих возможностей, для своих расчетов. Лихмита Машкана, проявляя, осознавая бихина Машарбота, физически выстраивая эту энергоформу бихина Масанта Машхода для того, чтобы созидать. Лихмита Машарбата, например, вы физически прописываете каждую цифру, в каждом дне вы участник, либо каждое слово бихина Машкана проговаривая, либо в мыслях запуская бихина Машарбота. Каждая буква имеет цифру. Лихмита Масанта Машарбата, когда вы учитесь писать, вы материализуете. И вообще, я вам хочу сказать, что, например, когда вы включаете еще свой аппарат, например, визуализация, либо слуха еще более глубоко, бихина Машхарбашка, например, еще прописываете слово, либо цифру, у вас это еще более емко работает, у вас материализуется более быстрее, понимаете для себя. Например, вы составляете все задачи, желания, вспомните ваши ежедневники, когда вы прописывали бихина Машхарбата, там есть числовой ряд, он тоже действует на основу бихина Машхарбата, потому что каждая цифра, каждый день, если его рассчитать, по какой энергии понедельник работает, если рассчитать, вы поймете бихина Машхарбата, по какой цифре каждая исчисляемая функциональная форма часов, Михмашкада дня, недели, дня, месяца, Михмашкада месяц, год, Бихина Кармашкода. Это все матричная работа. Матрица в матрице складывает вам параметры жизненной способности, вырабатывая энергию. Рихмита Масанта Машхода. Настолько цельно работают цифровые элементы Бихина Масанта Машхода. Не было бы цифры 1, не было бы вас. Рихмита Масанта Машхарбата. Потому что не было бы понедельника, вторника, Бихина Масанта Машхода. Не было цифры бы 2, 3. Рихмита Масанта Машхода. Не было бы слова, которое через А букву работает, через цифру 1. Рихмита Машхарбата. Не открылась бы эта фундаментальная матрица. Рихмита Машхарбашкода, поэтому в цифрах заложено абсолютно все, и вы сами тоже.
тоже Бихмит Авжигад, вы бы не получили имя, вы бы не получили дату Бихмашербата рождения, то, что вы сейчас изучаете, Лихмиты Масантимиды Машхорбошхорботы. Соответственно, не было бы просто матричной работы, не было бы вас, Бихмашербат, потому что вы один такой, Бихмиты Машербат Харбата. Вы есть Бог, Бихмашербашхарбата, вы один, Бихмит Шикада, это обо всем говорит. Цифра один – это начало. Алихину Курмо Сантимина, Басантимина Машхорбошхорбо Сантимашхад. Поэтому изучайте эту материализацию, создавайте для себя эти формы знаний Бихмашкады, ведите этот обеспеченный путь. Потому что он открывает действительно максимальные безграничные возможности. Бихина Масанта Машхарбат Харбата. Даже в моменте в обращении слова. Мы сейчас с вами проводим практики Рихмита Машхарбат Хада. Как слово сказать? Бихмашкан. С какой интонацией подать? Как его услышать? Как его воспроизвести? Как его проявить? Это очень важно. Бихмита Масанта Машхарбат. Какие вы на слове цифры включаете? Какую вы энергию запускаете в фундаментальное состояние? Рихмита Масантимина Машкан. В каком вы территории, в городе проживаете? Бихмата Машхарбат Харбат. С какими паспортными данными? Это все ваша матрица. Рихмита Машхарбат Харбасхада. И когда вы начнете понимать суть работы этой матрицы, какое число вам нужно ввести для того, чтобы обеспечить себе путь более качественный? Бихмишакан. Когда вы будете обладать этими знаниями, естественно, вы сможете сложить себе любой путь. Вы сможете написать себе любую программу. Рихмита Машхарбат. Вы можете освободиться от той программы, которая долгими-долгими годами вас сопровождает. Например, вы живете в квартире по определенной цифре Бихина Масанта Машхарбат. Вы не понимаете, почему я не могу по-другому существовать, почему я стараюсь, почему я работаю над собой, а изменений нет. Бихмит Машкан. Потому что эта цифра присутствует в вашем поле, например, номер квартиры по обозначению. Бихмит Машарбат. Потому что вы в этой энергии постоянно существуете, в этой матрице. Рихмит Масантимин Машарбат. И представьте, весь мир такой. Рихмит Машкан. И вы сами такие. Бихин Масанта Машарбат. И когда вы начнете осознавать процессы, человеческое существо, Бихмашкан, все, что осознает, то и проявляет в основе Бихин Масахбата. И когда вы осознаете, вы создаете новый формат жизненной способности. Рихмит Шармада. Новую энергию создаете, новые качественные созидательные программы. Бихин Кармашербот. Потому что человек, когда нарабатывает определенную форму энергии, либо программную форму опыта, он переходит к новым возможностям, потому что вы в эволюции. Рихмит Масантимин Машербот. Поэтому я вам желаю в эволюции максимально многогранно выстроить свою работу. Рихмит Машербошхода. С любовью пройти этот опыт. Бихин Масанта Машхарбата. Любое все цифру, которую вы видите, чтобы она была вам благодатна и во благо для вас работала. Бихмит Ашурбата. Это абсолютно исчисляемо, абсолютно сопровождаемо. Бихмит Ашурбата. Абсолютно рассчитано. Бихин Масанта Машхарбата. И вы любую сопутствующую событийную форму можете изменить, хоть прождав одну минуту Бихмашкана и вступив в определенное слово в поля Бихмишербата, либо в расчетный актив Рихмита Масантамашхада, у вас меняются абсолютно показатели жизни. Почему и вы можете управлять матрицей? Почему вам дана эта способность, Бихмашкан? Потому что вы пришли к этому изучению новой возможности, и, соответственно, функционально вы можете воплотить свою жизнь. Рихмита Масантамашхада, а вам желаю развития знаний Бихмита Журбота, максимальной функциональности в проявленности тех знаний, которые сегодня подаются Бихину Журбошхода, и, конечно же, успешной вам работы. Рихмита Машхана Рибаса Жукода. Я вам желаю всех благ, бихашакада лючерапана, конечно же, любви, и с благодарностью видеть этот путь созидайте. Ну вот такой у нас сегодня эфир, маленький, очень емкий, но при этом интересный. Всем желаю отличного выходного дня, у нас сегодня в Академии выходной, и восстанавливайтесь, приходите к ресурсу, погуляйте, любите себя, проявляйте любовь к себе и близким, и помним о том, что те слова, которые мы проговариваем, эти цифры, которые нас окружают, это наша базовая система, которую мы также можем менять, но ее нужно изучать. Нужно просто эти знания применять, но как применять, соответственно, мы этому учимся. Всем рибаса и до новых встреч!